Дорогие друзья, я Сергей Маврин. Радостную весть принес я в ваш дом. Все мы с нетерпением ждем выхода нового проекта, альтернативного проекта Маргенты, Маргариты Пушкиной и Ко. Релиз планируется в конце октября. В проекте произошло обновление крови образно. Выражаясь, подтянулись молодые, талантливые, готовые на всякие эксперименты люди. Альтернатива, собственно, заключается в том, что гитарист и композитор Александр Карпусев сдвинул Маргенту на рельсы более современных стилей и направлений. Мне самому не чужды эксперименты, я с интересом прослушал несколько треков с нового альбома Маргенты и с удовольствием согласился принять участие в записи песни «Ой, не плачь, красавица». Сыграл там соло на акустической гитаре. Друзья, с нетерпением ждем выхода нового альбома Маргариты Пушкиной и Ко. Интересно, до чего можно дойти в своем стремлении заниматься музыкальными опытами?